Здравствуйте, меня зовут Алтына, я из города Актау. А сфера деятельности у меня – доставка фруктов и овощей в экологических пакетах. Начала я эту деятельность полгода назад, вдохновившись видеороликами Саймурода Давлатова. Ну, я была домохозяйкой и воспитывала 4 детей. Благодаря этим роликам, книжкам, которые я читала, я открыла свой бизнес. Раньше я никогда не занималась бизнесом, это мой первый бизнес. Я, получается, у меня раньше было ноль, а сейчас у меня оборот 7 миллионов тенге в месяц. Всем рекомендую пройти курсы Саймурода Давлатова, прочитать книжки, посмотреть YouTube-ролики. Это очень мотивирует, очень сильно вдохновляет. Всем желаю богатства. Всем здравствуйте, меня зовут Динара, я из города Нур-Султана. У нас с супругом семейный бизнес, держим продуктовые магазины в городе Нур-Султан. В марте мы побывали на тренинге у господина Давлатова, как добиться финансовой грамотности за 18 месяцев. Через месяц он приезжает к нам опять с тренингами, мы опять идем. Это был тренинг «Я инвестор» и «Живые деньги». И вот на живых деньгах, получается, господин Давлатов пригласил нас всех в Актау. Вот сегодня мы все в Актау. Прошел ровно почти месяц-полтора с нашей первой встречи личной. У нашей семьи, получается, есть хороший результат. У нас были долги, и половину из этих долгов мы уже закрыли. Спасибо большое господину Давлатову за то, что он нам дал ценные советы. Ассаламу алейкум. Меня зовут Жамбулат, жена Мирвет. У нас семейный бизнес, все для выпечки. Мы вот в 2020 с августа месяца учимся у господина Давлатова, годовое обучение. Наш доход увеличился 2 раза. Скажу, что надо обязательно посещать это мини-мастер-класс годового обучения. Мы учимся на годовом, и сегодня вот закончился 2-й мини-мастер-класс наш по счету. И у нас с каждым разом бизнес развивается очень хорошо. У нас грандиозные планы. Допустим, у нас сегодня вот урок закончился, и уже такие планы. В течение 2-3 месяцев хотим уже открыть 2 магазина. Учитесь. Спасибо наставнику.